В Волгограде продолжается создание современного многопрофильного медицинского центра на базе опорной клинической больницы скорой медицинской помощи номер 15, которая находится в Красноармейском районе города. Модернизация началась в 2019 году. На текущий момент завершено обновление операционного блока реанимации, обустройство вертолетной площадки санитарной авиации, ведутся работы по строительству подстанции скорой помощи. Ремонт больницы осуществляется в три этапа. По 5000 квадратных метров с присутствием пациентов. В дальнейшем у нас отделения, которые такие очень важные, палата реанимации интенсивной терапии кардиологического, неврологического профиля, диализное отделение, будут переделаны под современные стандарты и оснащены новым современным оборудованием. Ход модернизации проинспектировал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Больница обслуживает весь юг Волгограда и Волгоградской области. Это более 240 тысяч человек. А теперь, благодаря созданию вертолетной площадки, пациенты будут поступать из Республики Калмыкия и Астраханской области. У нас 15-я больница является такой опорным медицинским учреждением для Волгограда и Волгоградской области. По всем лечебным корпусам мы должны завершить работы в 2024 году. И следующий элемент, который должен быть здесь предусмотрен, это в 2025 году и 2026 год. Это благоустройство и развитие территории внутри и со стороны подъезда, да, к лечебному заведению. А если сделать еще здесь такую хорошую прогулочную зону, в том числе с учетом, да, канала, это будет шикарно. Шикарно будет. Плюс дорога, инфраструктура. Тогда район заживет. Глава региона подчеркнул, что в ходе модернизации будут проведены работы по созданию современной инфраструктуры рядом с медицинским учреждением и обеспечению транспортной доступности больницы номер 15 и роддома номер 4. Кареты скорой помощи не будут ездить через музей-заповедник Старая Сарепта. Для них спроектируют новую дорогу с выходом на вторую продольную магистраль. Я нисколько не сомневаюсь, что задача будет выполнена. И к 2024 году мы получим тот результат, который говорил. На территории Волгоградской области появится еще одно лечебное заведение, 15-я больница, которая будет отвечать самым высоким стандартам оказания медицинской помощи и соответствовать третьему уровню оказания медицинской помощи. Это задача номер один. Отметим, все работы ведутся в рамках национального проекта здравоохранения. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».